Только энергия Бога делает всех радостными. Мы как-то в одном деревянном доме старом жили, там много было нор, и постоянно мыши прибегали. И жена, она с молитвой готовила пищу всегда. И это так вдохновляет всех. Одна мышка прибегала на стол прямо и радостно смотрела на нее, когда она молилась. Даже мыши перестают бояться людей, когда они чувствуют энергию Бога. Но мы же не мыши, мы же люди. Мы созданы для Бога, мы созданы для того, чтобы быть радостными, потому что у нас есть разум. Мы можем себя настроить как-то и побеждать судьбу. Животные, они просто инстинктивно чувствуют энергию Бога, счастье. Где счастье? Они чувствуют. Но человек же не животное. Он не должен жить в страхе. Понимаете, жизнь в страхе означает смерть.